Альметьевск готовится встречать новый 2022 год. Многие улицы, парки, скверы уже горят яркими огнями. Украшать город к празднику начали еще в ноябре. В сквере Яшлек елку еще только устанавливают. Но там уже работает бесплатная детская карусель, где любой ребенок может прокатиться и окунуться в сказочную атмосферу. Для ребенка большая радость. Ну, был бы еще снег, было бы лучше. А так уже душа требует праздника. Мы готовы, мы ждем. Для детей это вообще радость. Очень хорошая задумка. Ходить никуда не надо даже на Невче. Это что? Вот, из дома вышли и все под боком. Из новинок – большая машина в сквере возле Дома правосудия и буквенная инсталляция. Местные жители оценили преображение общественного пространства. Многие уже сфотографировались с украшениями и выложили снимок в социальные сети. Да, в принципе, от этих инсталляций появляется новогоднее настроение. Ну, очень прикольно сделали, красиво. И детишкам нравится. Мы первый раз пришли сюда с дочкой посмотреть. Ей нравится, мне нравится, интересно. Новые декорации появились и в парке здоровья. Сдержанные, но стильные инсталляции могут послужить как фотозона. Чуть дальше разместились декоративные деревянные домики. И, конечно же, красавица елка. Все так красиво, замечательно. Красиво очень. Очень красиво. Нам нравится. Ярко украшен мост влюбленных, на первой очереди каскада. Там же установлены и другие новогодние декорации, которые вскоре загорятся яркими огнями. Общественное пространство продолжает преображаться. Лиана Ахметвалеева, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.